Термин знаходжения на улику по беспрацоўі скорочается с 36 месяцев до 18. А наймальники обязаны больше оперативно давать информацию про наявность вакансий. Новая редакция закона об занятости уступила в силу. Наймальники повинны теперь 5 дён предоставить информацию про наявность вакансий и своечасово информовать, коли взяли когось на працу. У Могилевской области зарегистровано больше за 19 тысяч беспрацоўных. Кожному из них у центра занятости месяц тому накировали памятки про изменения в законодательстве. Коли беспрацоўны без уважливой причины двойше отмовится от работы, то, згодно новой редакции закона об занятости, его снимают с улика. Если раньше безработный гражданин у нас, обратившись в службу занятости, не посещал службу занятости 3 месяца, его снимали с учета за неявку, и на следующий же день он мог прийти, обратиться и зарегистрироваться. В новой редакции за неявку гражданина снимают с учета в течение 2 месяцев, если он не посещает службу занятости, и повторная регистрация возможна будет только спустя 12 месяцев. Новая редакция носит социальную направленность в плане того, что мамам, которые осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 лет, сейчас предоставляется возможность за счет средств фонда пройти переобучение по профессии, которая востребована на рынке труда.